Хотели как лучше, но вышло как всегда, отмечают жители Солдатского после проведения в поселок новой линии водовода. По окончанию земляных работ грунт был свален по одну сторону дороги, по другой оставлены глубокие рытвины. Вот там у людей, значит, невозможно к дому подъехать. Вот здесь возле магазина как раз поворот, машины постоянно вот друг между другом, это опасность и для людей, и все. И дорога, конечно, она сейчас вся в рытвинах, ходить тяжело. Даже ходить тяжело? Даже ходить тяжело. Вот мы порой до остановки идешь, ноги в разные стороны, очень скользко, она как стиральная доска. Это технологический процесс, это своя специфика, отвечает в байкальских коммунальных системах на вопрос, почему водовод проложили зимой и не разровняли грунт тяжелой техникой. Здесь высокий уровень грунтовых вод, и чтобы грунтовые воды ушли, промерзли, глубина заложения 3 метра, поэтому пришлось работать прямо перед Новым годом. Вот этот технологический процесс, он своя специфика. При съемочной группе жителям было обещано расчистить транспортные карманы для микроавтобусов, освободить подъезды к заблокированным домам, запустить водоколонки не летом, как было обещано ранее, а через 2 недели. Отметим, жителям поселка Солдатский все же придется смириться с неудобствами, но как минимум на полгода на наступление теплого времени. Только тогда дорога будет приведена в порядок. Ну и тогда люди смогут присоединиться к центральному водоснабжению и провести воду себе в дома. Намсарай Намсараев, Екатерина Капустина, новости дня.